Всех приветствую на своем канале. Сегодня 30 декабря. Всех с наступающим. Здоровья, удачи, сил в нашем сельском хозяйстве и терпения. Так, о чем видео? Сделал я корчеватель. Сейчас покажу, как ездили его забирали у сварщика. И покажу, как мы уже в гараже он стоял, то есть обсуждали его, что посмотрите. Кому интересно, я могу дать координаты сварщика, договорить. Вполне возможно, что можно сделать еще один такой корчеватель. Он у нас 30 декабря, снег шурует, плюсовая температура, маленько отгребли сейчас. Ну, наверное, завтра надо будет поправить здесь у нас дорогу. Так что смотрите. Смотри. Ограничитель я единственное, что не стал никакой приваривать, потому что хуй его знает, блядь, ну... В смысле ограничитель? Ну помнишь, я тебе говорил сюда какой-нибудь, блядь, въебать, чтобы это... Ну короче, не стал, потому что хрен его знает, что у вас там будет. Да. Какой этот самый, там, в крайнем случае, можно будет и по месту что-нибудь присрать, если там есть возможность. А так он, ну, смыкается не до конца, вроде этот на полную выходит. Ну и нормально. Вот такая хуйня. Здесь на одной оси сделал. Ну я говорил, что без разницы, мне кажется, на одной еще и лучше. Ну, блядь, оно и попроще, потому что надо было выебываться там профиль, блядь, вырезать, загибать там и прочее. Пластины, ну здесь десятка, здесь десятка, низ десятка, это все два уголка, у него толщина 8 миллиметров. Получается 16 в окопе. Ну а здесь, короче, как ты и говорил, то есть тут получается аккурат. В петлю входит он, да? Да. Ну то есть здесь... Пластина тоже десятка, да, и да, два уголка. Не, все нормально. Ну, то есть вот так. Что, заебись, устраивает. И этот маленько нагнул ты вперед. Я чуть-чуть, да, сюда, то есть смотри, в крайнем случае, если вдруг понимаю, будете понимать, что там не хватает. Я то есть сделал небольшой, видишь, вот. Да, да. Да не, мне кажется, нормально. Смотри, если будет, например, надо чуть-чуть побольше сюда, просто там болгаркой надрез, хуяк, его дал сюда. Ну понятно, то есть угол маленько вырезать, да, нахуй, и нагнуть. Без проблем. Я сильно не стал, ну, потому что тут же у вас какие-то там тяги пойдут как-то, чтобы... Не, здесь этот... растяжка, нахуй, а ну, здесь уши, да. То есть он навесной. Здесь там я все заглушил, забиваться песок, ничего никуда не будет. Там тут не втыкался, да? Заглушено. В общем, все. А ты себе фотографировал? Да. Ты не хочешь выставить-то? На продажу? Да. Да хуй он, это они пользуются спросом. Попытка не пытка. Правильно? Ну, посмотрим. Ну это как это? Надо, типа, знаешь, закидывать его, вот эти фотографии. И как бы, если уж там кто-то обратится, то тогда по факту собирать уже под это дело. Нет, сфотографировал, все нормально, да, все, да, сделал, я все, да. Я его навешу, я тебе пришлю видео, можешь прямо видео с этот. Ну вы его испытать что-то планируете только? Ну попробуем, да? Сейчас попробуем. А сейчас попробуйте. Да, может попробуем, посмотрим. Я вам тут что подумал, смотри, если вдруг будешь понимать, допустим, что все-таки нужны там зубы и прочее, просто, блядь, какая-нибудь полоса, 50-ка или что-нибудь типа этого. Просто сюда кинул, на ней зубья нарезал и прям поверх этого швеллера. Приварить. Да, ну то есть доработки, то есть как бы, ну есть куда. Швеллер останется целый, просто полоса будет съемная, в случае ее выкинул. Да. Просто здесь как бы уже видишь, то есть ну вот этот зазор у нас имеется, он никуда уже не денется. Вот. А так полосой можно будет компенсировать, если что. Да и в принципе там... Не, я кину вот это видео, покажу, то есть сам видел, там просмотры-то есть. Да, мало ли кому, если что. Да, то есть уже тут есть как бы понятие, где, чего и как, правильно? Я бы все-таки ее сделал больше. Наклон? Не-не. Повыше. Рамку, я изначально, да, тоже так по видео, я смотрел на роликах, там они побольше, там порядка, ну 50, я не знаю, там 50-60 можно смело делать, да, наверное. Да, да, ну попробуешь, как бы видно будет. Да. А цилиндр-то? Так ты цилиндр не поставил, да? Так. А что, сломанный работать не будет? А что, как проварено?
так. Так, ну вот такая вот херня. Сделали под этот, под такой цилиндр, чтоб проще он был. Желтый надо Ване свести. И поставить, да? А здесь нарезать зубья. Нет? Да. И тут, и там. Ставь палец. О, маленько. Ага. Под этим. Под наркозом. А пальца нет? Так он же и есть, Миш. Как он длинный? Ничего он не длинный. Так обрежь его. Ну. Все, готов. А, нет, еще красить же. Так, что делали? Делали по визуальному, все визуально, то есть никаких размеров нахуй ничего не было. Тьфу-тьфу, прошу прощения. Маленько не угадали с высотой рамки, ее надо побольше сделать. Но я не вижу, то есть проблем, что она как-то будет влиять на корчевание, на захват. Но сказали, что здесь зубья сделать, эти... Петли сделали под цилиндр. Цилиндр навески Т-40 МТЗ. Одна часть подвижная, одна мертвая. Я думаю, что проблем с тем, что она будет ее гнуть, уже не будет. Захват у нас получился 45 сантиметров здесь на выходе. Я думаю, что это вполне достаточно. Наклон сделали небольшую рамку. Ограничительно, чтобы ветки не лезли. Ну, я думаю, что надо визуально побольше его сделать. Если бы рамка была бы 50 сантиметров, вот это 40, 50, где-то 60. Но 60 тоже плохо, потому что будет в крылья упираться, мне кажется. Но это все попробовать, и будет все видно. Уши здесь усилили пластинами. Все проварено. Нормально. Эти торцы заглушили, чтобы он не собирал. Сюда ножи можно было сделать, чтобы вот в землю втыкать. Ну тогда цилиндр третий нужен. Да, Миш? Зачем? А, кувыривать, да. Подъехал? Подъем. Вместо винта. Да, да. То есть вместо винта можно было его... То есть какие деревья поддеть сюда, ножи сделать, типа от отвала или лемеха прихерачить. И чтобы можно было третьим цилиндром как бы поддеть и ковырнуть, а потом уже это. Но это толстые деревья, я думаю, что у нас до такого не дойдет. Так что вот такая херня. Этот сделали. Уши вот так, низ у него усилен, две петли, и верх одна. Ну, на практике посмотрим, как это все будет работать. Я думаю, в принципе, что должно работать, да? Тоже будет. Не будет, Миш? Будет. А как ты узнал-то?